За что не догадайтесь, где мы сейчас находимся. Это не Ивановские пруды Красногорска, к примеру. Это Дедовск, улица Дедова и Новый пруд. Ну как новый, старый, он просто изменился до неузнаваемости. Жители Дедовска писали в соцсетях свои восторженные отзывы о том, как здесь стало здорово, кто-то фотографировал свой улов. Некоторые рассказывали, что здесь приятно просто посидеть и почитать книжку. Давайте детально разберемся, что конкретно изменилось в этом месте. Пруд очень изменился. Раньше здесь была свалка, пили, валялись какие-то непонятные люди. Сейчас все почистили, начали ловить рыбу, и дети, и взрослые тоже ловят рыбу. Уток ходят, дети кормят. Все вообще очень классно здесь. По вечерам здесь очень много народу. И с колясками гуляют, и просто с маленькими детьми. Всем очень нравится, все довольны. А раньше вот там база, где машины стояли, все было в керосине. А когда только приехали, я даже купалась в этом пруду. Наверное, а потом все заросло, потом начали приходить пьяницы здесь. А сейчас, видите, все чистят. Мы рады. Теперь можно хоть посидеть. Посмотрите, вот эта лавочка сделана из 5870 переработанных полиэтиленовых пакетов. То есть мы видим, как наш мусор идет в ход. Это прекрасно, это прекрасно. Причем все довольно хорошо сделано, стильно. Так, смотрим, здесь QR-код, по которому можно пройти. Открываем веб-сайт, куда попадаем. Экосреда. А вот как раз мы видим, экосреда, производим изделия для благоустройства территории из экологичного сырья на основе полимер песчаной технологии. Ну, хватит рекламы. Расскажите, девчонки, вы в Дедовске живете? Да. На этот пруд ходите часто? Да. Очень часто. Как он изменился? Очень хорошо изменился. Ну, сейчас тут много людей ходят, рыбаки тут обычно. Вот вы чем здесь занимались раньше и чем занимаетесь сейчас? Мы раньше тут рыбачили, но рыбы вообще почти не было. Сейчас мы приходим и утром и рыбачим, и рыбы много. Ну, рыбы в два раза больше стало, потому что сейчас... Пирс появился, да? Да. А раньше он был прям грязный, да? Да, он был очень грязный, все время коряги какие-то попадались. Только самые положительные эмоции. Мы здесь рядом живем. И такой шикарный пруд. Вот Ванечку пришли специально посмотреть, как здесь стало красиво, уютно. Очень даже рада. Что вам вот особенно нравится? Особенно удивилась я вот этим, как верандочки. Я даже не думала, что их так могут здесь смастерить. Это удобно. И вон мальчишки не в телефоне сидят, а рыбку ловят. Это вообще прекрасно. Утки с того пруда все к нам прибежали, потому что у нас тут красивее. Очень хорошо, все нормально. Спасибо. А тебе нравится пруд? Да. То, что очень привлекает жителей, это вот такие новые пирсы. Они появились совсем недавно, раньше их здесь не было, поэтому, конечно же, это сейчас центр притяжения жителей Дедовска. Единственный негативный момент, о котором они рассказывали в социальных сетях, это то, что здесь неприятно пахнет. Мы пока никакого запаха не услышали, так что люди, проживающие здесь, обязательно пишите в комментариях, действительно ли это так. Ну а с вами были Полина Громова, Максим Рыков и Истра РФ.